Роспотребнадзор инициировал проведение всероссийской информационной акции «Флешмобом. Надень маску, защити себя от гриппа». Наши доктора пришли сегодня на Ленинградский вокзал, чтобы рассказать всем, как правильно использовать медицинскую маску. На фоне красочного стенда каждый желающий мог сфотографироваться и выложить в своих социальных сетях свою фотографию с специальным фондом акции «Надень маску, защити себя от гриппа». Уважаемые пассажиры, в период подъема заболеваемости гриппом используйте одноразовую медицинскую маску, но используйте ее по правилам. Использование одноразовой маски снижает вероятность заражения гриппом. Надевайте маску в закрытых помещениях, в местах большого скопления людей, при контакте с заболевшим человеком. Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот, нос и подбородок. При наличии вшитого крепления в области носа его надо плотно прижать к спинке. Если на маске есть специальные складки, расправьте их. Меняйте маску на новую каждые 2 часа или чаще. Выбрасывайте маску в урну сразу после использования. После прикосновения к использованной маске тщательно вымойте руки с мылом. Носить маску на улице нецелесообразно. Повторно использовать маску нельзя. И только в сочетании с вакцинацией, тщательной гигиеной рук и карантинными мерами использование маски будет максимально эффективно.
все так.